Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вот выбрался на рыбалку, не на простую рыбалку. Сегодня я обкатываю новую лодку. На день рождения мне друзья скинулись. Вот, и у меня теперь лодка Kitbots 3.7 с надувным дном. В общем, это вот так вот выглядит. Ну, я потом все это дело засниму полностью ее. Ну, в общем, ничего такого особенного. Обычная лодка с надувным дном. Вот. Ну, первые впечатления какие? То есть, ну, в плане сборки мне очень понравилось. То есть, собирается быстро, все накачивается. Ну, вот. Лодка такая, она не очень тяжелая и удобная. А я тут иду на троллинге потихонечку. На 4 метрах. Что-то там, видать, за дно цепляет. Вот что еще хочу добавить, как бы по моим первым впечатлениям. Ну, на глиссер выходит она хорошо, быстро. Единственное, что скорость, конечно, поменьше. Где-то получается у меня. Так, стоп, поклевка, похоже. Да там еще. Или я сошла, походу. Не пойму. Или просто. Блин, была поклевка такая хорошая. Не, сошла, похоже. Я что-то камеру разворачивал. Да нет, что-то, блин, что-то дергается. Я ничего не понял. То ли на меня идет. Наверное, мелкий окунь, наверное, какой-нибудь. Шарик какой-нибудь небольшой. Или цепанул что-то. Потому что без рывков идет. Нет, есть, есть, ребята, есть. Судачок. Вот это да. Вот это. Еще съедобный. Ну, неплохо, чё. Такой вот судачок. Очень даже неплохо. Даже съедобный. Ну, придется брать. Жалко, я кукан не взял. Блин, хорошо тут он зацепился. Ну. На 4.5 метров. Нормально-то. Вот такая рыбинка. Надо Лешке отправить. А то он... Бедняга расстраивается. Достаточно мне понравилось это дело. Освобождать место под рыбу. Хороший такой. Блин, как-то он так странно повел себя, что я даже не поверил, что это поклевка. Сначала немножко посопротивлялся. Вот, а потом, блин, как будто повис и все, я его тащу, я даже думал, зацеп какой-то. Ну, короче, вот, как-то так. Начало неплохое, мне это нравится. Вот, так я продолжаю разговор по поводу лодки. В общем, ну, как бы, все нормально, на глиссер она выходит, я говорю, вот, быстро. Ну, скорость поменьше, конечно, чем на паёльной. Ну, и та полегче была все-таки, она и поменьше. Здесь получается где-то 34-35 километров в час. Ну, для меня, в принципе, нормально. Перебросы там, все такое пойдет. Ну, вот. Что еще хочу сказать. Лодка широкая, удобная. Но вот обнаружил вот здесь вот какой-то шип идет. Как шипит что-то. Или мне кажется. В общем, я приеду домой и буду проверять, опрыскивая себя в швы и смотреть, если шипит, то, блин, это, конечно, брак, и надо будет, чтобы они все это переделали, либо дали новую лодку. Хотя эту лодку очень долго ждал, но придется, наверное, если это действительно по шву где-то идет и шипит именно с лодки, я не знаю, может быть, там мне кажется, я не знаю,
Если это брак, то будем тогда все это дело возвращать или не знаю. Мне такая лодка не нужна. Вот, а пока все нормально, погода прекрасная. Вот уже первая рыбка есть. Короче, продолжаем рыбалку. Ну вот, в общем, иду на глубине где-то 5 метров. Первого судачка я поймал. Первого единственного пока на 4,5. Ну, получается, здесь как раз отсвал на бровке, получается. Вот. Где-то надо идти 4,5 метра, вот нормальная такая глубина. Вот. Буду идти с одним спиннингом. Вот. Потому что с двумя оно неудобно. Да, и с одним нормально. Блин, если он клюнет, то он клюнет. Пока что... Так что вот так вот. Там за мной идут уже ребята. 2,9. Глубина меняется. Сейчас, возможно, может быть зацеп. 2,8 метра. Что-то ребята вообще быстро идут. 2,7. Хотя я ухожу от берега, а глубина все равно. Видать, тут мелко. Отмель какая-то. Вот 3 метра глубина. Сейчас пойдет свалик. Но я боюсь, что там уже, наверное, траву нахватал. Три, восемь. Вот сейчас вот нормальная. То, что надо. 4 метра. Вот это нужная глубина. Ну что, будем ждать. Одного судака-то нам мало. Нам надо что-то закоптить. Закоптить, пожарить или ухи сделать. Ну хоть что-то. Но уху-то я уже могу. Сейчас немножко похожу на троллинге и потом буду покидаю. Вижу хорошие места и попробую покидать. Вот, ребят, хочу вот такой покидать реранч 30-й. Мне кажется, это щучья тема. Сейчас посмотрим. Я еще, это новый, я его еще не испытывал. Должен быть рабочий. Леха, мой приятель, которому подарил этот воблер, не разловил его почему-то. Ладно, мы отсюда. Там вот, заводинка такая. Да, летит он, конечно, четко. А вон там щука, она прям в траве сидит. Прям в траве он бьет там. Видать, малька. О, не крупный, видать. Там. Попробую, конечно, туда траву кинуть. Зацеплю, так зацеплю. О, есть. Нормально. Где там подсак-то? Обычно сходят. Где подсак? Где она есть? Опа! Отлично, отлично. Вот они где сидят. Реньш работает. Ну хорошая такая щучка. Под килошку, наверное. Съедобная. Отлично. О. Хорошая щукенция. Сейчас мы тебя достанем, блин. Я ее видел, она тут била.
Вот, блин, запутал панва. Ага. Да блин, ё-моё, только выпутал ее. Вот это она. Вот это она джазу дает, блин. А ну прекращай. Да блин, тут больше киложки. Блин, сейчас если весы найду. Да, я их тут где-то. О. Где-то они у меня тут. Здесь больше киложки, ё-моё. Мне кажется, она здесь не одна. Ну, вот не килоха, здесь побольше. Блин, вот она джазу дает, блин, ё-моё. О, 1,5 килограмма, ё-моё, ребята. 1,5 килограмма, короче, о. Ровно 1,5 кило 535. Съедобный экземпляр. Можно брать. Тихо, бля. Где там плещется? Он сейчас будет оттуда выпрыгивать, наверное. Ё-моё, вот это рыбина. Фух, нормально так. Мне нравится такая рыбалка. Такие здесь пейзажи. Вот так людей. Яхта. Дом. Огромный. Так, яхта стоит. Это Волхов. Ребята, такое у меня вообще первый раз я вижу. Да вообще не то, что это самое. Я, по-моему, никого такого не видел. Чтоб на один воблер два окуня. Это как так вообще? Это вообще как так происходит-то? Офигеть. Понятно, значит, здесь окунь гоняет. А я думал, это щука. Тут такие просто выходы были. Блин, ну надо попробовать на это, на маленькие вертушки здесь покидать. В общем, ребята, была сейчас прикольная ситуация. На один воблер вытащил сразу два окуня, блин. Я был в шоке. И это вот этот реренж. Представляете, сейчас перепробовал еще всякие. Ну, подумал, окунь, надо вертушки попробовать туда-сюда. Ничего подобного. Ничего, даже поклевок нету. Не хочет он. Не хочет рыбу видеть больше другую приманку, как только эту. Ладно, будем пробовать, что. Такие птицы три летают, кричат. Не знаю, что у них там, брачный период или что у них там. Большие такие. Прям ух. Ребята, в общем, дело к обеду уже, где-то час дня. Ну вот. Жара на него невыносимая, прям аж жарко. Блин. Ну, сейчас хоть немножко тенек стал. Ну что по рыбалке могу сказать. Ну, с утра клевало, пока солнца не было. Сейчас солнце вышло и все, и тишина. Ну, что-то там пару окушков еще дернул. Ну вот и на этом все. Ладно, будем пробовать ловить дальше. Посмотрим, может что-нибудь попадется. Ну вот и все, дорогие друзья, рыбалка на сегодня закончилась у меня. В общем, в принципе, я рыбалкой доволен. Всю рыбу, которую я поймал, она была поймана утром. Днем вообще не клюет. Вот от слова совсем.
Ну, я думаю, что, наверное, вечер бы еще показал себя, но, к сожалению, у меня нет времени. Так, я бы, конечно, остался, но есть дела. Вот, по поводу лодки. Лодка меня, в принципе, очень устроила. Волны проглатывают мягко, блин. На глиссер выходит практически сразу. Но вот места много. Как бы баллоны большие. В общем, шмурдяка я тут накидал нормально. Как бы в прошлую лодку там приходилось все это раскладывать. Вот. Вот, так что вот так вот. Результат, в общем, щука, судак и два окуня, которые каким-то образом клюнули сразу на один воблер. Притом заглот на один крючок и на второй. Прямо за два тройника пришлось там отцеплять, даже одному губу оторвал. Ну вот. Ладно, все, ребята, всем пока. Вот. И выезжайте почаще на рыбалку, отдыхайте, как говорится, душой и телом. Ну и вообще свежий воздух и все такое. Это полезно.